вырываясь только из этого положения, ножка идет, чертит по земле, ручки, левая ручка вперед, правая сбоку от головы. Локти в сторону не разводим. Вес тела на передней ноге. Передняя нога согнута в колени. Стараемся, чтобы колено закрывало носок ноги. Задняя нога у нас чуть согнута и находится на носке. Это если в случае удара можно было отпружинить назад. И для этого тоже была подвижность. Показываю. Основная, боевая. Основная, боевая. Ангелина, есть нюансы? Основная. Боя. Ножки должны, не должны находиться на одной линии. То есть ножка должна быть, ступни параллельны, не должны быть на одной линии, чтобы не могли вас подсечь. Чуть вот сюда, вот, согнуто. Кулачок должен находиться не низко, не высоко, по срезу глаз, чтобы было видно противника. Правая ручка находится сбоку, защищает голову. Локти не разводим, чтобы тоже не пробивать середину. Спина прямая. Сейчас вспоминаем удары руками. То есть основная стойка, принимаем боевую стойку. Левой рукой. При этом разворачиваем ножку, то есть удар идет от ноги. То есть вот. И с выдохом. Правую то же самое, только разворачиваем правую ножку. Также у нас есть защита головы, когда уходим влево вперед, тем самым сокращаем дистанцию. Удар левой рукой. Также у нас есть защита головы, когда уходим влево вперед, тем самым сокращаем дистанцию. Удар левой рукой. Удар правой рукой. И в исходное положение. Сейчас жесткие блоки. Принимаем боевую стойку. Нижний блок. По классической схеме делаем. Левой рукой, правой. Здесь чуть приседаем на ножках, чтобы подсесть под ногу. Следующий блок, средний. Правой рукой. Средний блок вовнутрь. Правой рукой. Левый. Верхний блок. Левой рукой. Руки должны проходить перед лицом. Они не должны сходить сбоку.
тем самым открыто, а идут именно перед лицом, тем самым отбивая удар. Рука, блок ставится чуть впереди и выше головы. То есть не над головой, не так, а чуть впереди. Удар ногами. То есть то, что мы изучали, прямой удар ногой в область живота. Называется майгирио. То есть принимаем боевую стойку. Удар правой ногой. Сначала поднимаем ногу в колени, потом удар, возвращаем и возвращаемся в исходное положение. Еще главное, при всех смотрите, чтобы они, если делают приемы, никогда не убирали руки от головы, чтобы у них была привычка защищать голову постоянно. Также левой ногой. Удар коленом. Главное выносить таз вперед, чтобы колено летело вперед, а не просто мы поднимали его перед собой. Следующий удар. То есть одной и другой ногой дома делаете. Удар в колено противника. То есть сначала ножка у нас поднимается вверх, и потом разгибается и опускается в колено противника. То есть ступню разворачиваем, чтобы была больше площадь попадания. То есть одной и другой ногой работаем. Еще главная задача наша детей — уйти с линии атаки во время нападения. Ушел с линии атаки, тем самым сохранил свою жизнь. Вот. Для этого есть универсальный такой прием. Уход с линии атаки — это уйти влево-вперед. Соответственно, везде должна быть защита головы. Показываем пока сам, один потом покажу, как это делается в паре. То есть идет посягательство, идет удар, перемещаемся влево-вперед, как можно ближе к сопернику, прихватываем его ручку и готовы провести дальше контратаку.